Масштаб изменения окружающей среды
зависит не только от количества и качества интеллектуальных вложений, но и от точки их применения. Так, таким образом, одни и те же по объему интеллектуального вложения, скажем, по перерабатывающих производствах дают заметно больше экономический эффект, чем добыча сырья. Высокотехнологическое производство даст еще больше эффекта. Если мы дальше движемся вверх по этой шкале, мы приходим к созданию новых технологий, мегатехнологий, то есть технологий создания технологий в самом деле образ жизни. Ну, не покушаясь на изменение образа жизни, предлагаю сосредоточить интеллектуальные усилия на уровне мегатехнологий, а именно технологии создания новых инноваций. Таким образом, суммируя сказанное ранее, для ускорения основного развития и достижения лидирующих позиций в новом технологическом фазе, на мой взгляд, можно выделить три ключевых фактора. Первое – повышение эффективности использования всех имеющихся ресурсов посредством подхода экономики определяемых ресурсов. Второе – ускорение инновационного цикла, то есть сокращение времени всех стадий необходимых инноваций. И третье – совершенствование технологий, то есть технологий сохранения инноваций, которые позволят повысить эффективность предыдущих двух. Ну и целесообразно реализовать все эти три факта на базе цифровой платформы. Предлагаемая структура цифровой платформы поддержки инноваций состоит из нескольких блоков. Первый блок генерации инноваций. Это информационная среда, благоприятная для проведения научных исследований, формирования новых инновационных идей, их развития, превращения в технические решения. Также здесь поддерживается функция накопления и обмена знаний. Далее. Блок реализации инноваций. Центральным элементом данного блока является цифровой каталог экономических ресурсов. Процесс производства представляется в виде маршрута в данном каталоге, в точках которого находятся разделяемые ресурсы. Ресурсы планируются и резервируются для процесса производства конкретного продукта, и по завершению данного процесса данные ресурсы освобождаются для использования в других процессах. Третий блок. Блок использования инноваций. Это торговая площадка, аналогом которой могут служить известные ресурсы Alibaba. Она обеспечивает удобный поиск, приобретение и доставку товара. Помимо этого, важная функция – сервисное обслуживание для продуктов, которым эта функция нужна. И еще одна очень важная функция – это взаимодействие потребителей с создателем инноваций, которая позволила бы ускорить реализацию инноваций, повысить количество и качество. И еще одна система, проходящая с модной линией через все блоки, это система управления жизненным циклом инноваций. Данная система собирает информацию со всех стадий жизненного цикла инноваций и позволяет формировать аналитику по эффективности всех стадий жизненного цикла. Таким образом, предлагаемая система обеспечивает поддержку полного цикла инноваций от проникновения идеи до производства и реализации продукта на рынке. На этом мое выступление закончено. Большое спасибо. Нарабатывали вашу модель в своей программе.
смотрите, предполагается, что информация выбирается из самодействия. То есть начинается информационный эфир, рождается из изучения потребительского спроса. Ну, если более детально, есть такой метод, как сам Гелев называется, когда некая идея, возникшая в виде инновации, проверяет на ее способность, на конкретную потребительность, только после того, как утверждается ее способность, она подтверждается в стартапе и развивается в инновации. Нет, вы говорили, снова будет технологическая часть. Объясните, посмотрите, тот же iPhone, да, вот, например, именно такой очень, ну, достаточно, если хотите, очень мелкий технологический инноваций, но с очень большими экономическими достижениями последствия, он тоже будет больше эволюционировал, но и он эволюционировал именно в сторону адаптации потребителя, адаптации там, поставщикам, экосистеме. Есть два варианта. Есть потребность, а второй вариант – это то, чтобы они захотели. Два варианта есть. Потребителя можно воспитать, можно его изучать. Давайте обсудите.